Химках закрывают сезон фонтанов. Их консервацию и подготовку к зиме сотрудники комбината по благоустройству проводят традиционно с начала октября. Начали с парка имени Льва Толстого. Здесь демонтировали двигатель, слили воду и очистили чашу. Без внимания не остались и остальные фонтаны. Всего их 15. За лето провели огромную работу по их улучшению. Была заменена подсветка, пенники. И самое главное, мы запустили фонтан на Барашкинском пруду, который не работал более 2 лет. На следующий год мы планируем также продолжить работу и привести фонтаны еще в более надлежащее состояние, украсить их для того, чтобы они стали, в принципе, большим украшением для нашего города. Фонтаны не только украшения, с ними даже связаны определенные традиции. Каждый хотя бы раз в жизни бросал монетку в фонтан, чтобы вернуться на это место. Но мало кто задумывался, куда эти монеты потом идут. Оказывается, их собирают после чистки фонтана и отправляют на благотворительность. Только из этого фонтана в парке Толстого в прошлом году достали около 1000 рублей. Я решила не отставать и тоже бросить монетку напоследок. А это место, говорят коммунальщики, пусто не бывает. Зимой здесь появится елка, которая будет радовать жителей все новогодние праздники.